Вроде как надежная метеостанция из Китая с сайта AliExpress, которая работает общим числом от 8 мизинчиков батареек. Довольно-таки прочная, настраивается мгновенно. Правда, инструкция, представленная в комплектации, это английский язык чистый, но, в принципе, разобраться довольно-таки легко с помощью переводчика, либо просто по сознанию языка и даже без оной. Является главной с пультом и тремя выносными датчиками, сенсорами, у которых на обратной стороне есть назначение канала связи, по которому они будут работать. А так, сенсорное управление позволяет сначала вставить батарейки в них, в пульты, потом в нее саму и далее пользоваться автоматически. Время подключения датчиков где-то 3-4 минуты, может быть и слегка быстрее по беспроводной связи. Время работы общее пока неизвестно. Сам пластик довольно-таки прочный, экран четкий, выверенный, с крупными цифрами и подсветкой синего цвета на несколько секунд загорания. Спасибо вам за внимание, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки или дизлайки, ждите новые обзоры на интересные вещи и предметы. Вроде как.